Власти муниципалитета уделяют повышенное внимание строительству социальных объектов. Образовательные учреждения появляются не только в новых микрорайонах, где в них особенная потребность, но также и проводится реконструкция в старой части города Видное. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил помещение управления образования и стоматологической поликлиники, расположенные на Школьной улице, на месте которых планируется открыть новый детский сад. На месте двух зданий, в котором сейчас располагается управление образования и стоматология, будет один детский садик с прогулочными площадками, с соответствующей инфраструктурой. А управление образования и стоматология переедут по новым адресам. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 80 воспитанников. Земельный участок вокруг зданий будет полностью переформатирован под прогулочные зоны для детей. По требованиям сейчас предъявляемым к строительству, здесь вот может разместиться только по площади 4 площадки и с необходимым вот пожарным... 4 площадки – это сколько групп? Проектируем, получается, 4 группы, да. Здесь полноценный пищеблок, то есть не будет привозного. Проектное решение детского сада еще требует согласования с различными ведомствами и службами. Разработкой проекта занималась специализированная организация, которая учла все современные требования к размещению, к организации детских объектов социальных. И все нормативы учтены. Теперь осталось получить положительное заключение экспертизы и приступать к строительству. Несмотря на то, что возведение объекта будет производиться за счет финансирования инвестора, детский сад будет муниципальным и позволит разгрузить очереди для жителей центральной части города.